этот уфолог пока написал очка. Прохиль тебя покало. А кто это? И рунмейт вместе. Роги, идите ловушки не разминируйте. Сейчас скажу, Саш, тебе сколько. Покал. Я же билд через лужу. Кого? Ты билд через лужу. Да, по-моему, нет. Идите, разминируйте эти бомбы. Ой, блядь. Так, F5 ты в дичи? Послушай, все остальные знают, как у нас работает, я сейчас расскажу. Как бы в правилах все написано, но я расскажу. Мобов заберите. Ой, два там. Просто подойдите ближе к танкам, подойдите ближе к танкам, не стесняйтесь вы, ребята. Дело не в этом, просто срывали. Посрывали мобов. Ближе. Сразу вбить эти коконы, бить все, бить сразу же. Так еще не было коконов, сейчас убили из-за того, что брос рвали. Сзади были коконы, Саша. Блять, я, сука, я в ФП-шмоте хилил, сука. Подождите. А у нас нету крита мили, да? Или чего на рейде вообще? Да, блять, есть у нас мили-крит. Сейчас кот зайдет. Загибал ты меня. Мили-крита. Так я первый раз мишкой сказал. Каждый рейд просто. Ну я ж не вижу сейчас мили-крита. Его нет, по факту. Я спросил, спасибо. Где мили-крита, будь котом мили-крита. Есть в рейде крот, блядь? Я что, похож на кота, блядь? Да. Скажи мяу, блядь. Нет. А Андерович это кто? ДЦШП кто? Я не знаю, кто это, он вообще не ходит в рейде. Так, сейчас нужен будет один человек, которому шмотки не нужны, я нашел покупателя на Брентрон. Без брендролики останусь. Да какая брендролька тебе забей? Потом получишь свою брендролику. Ну а что вы хотите? Бесполезная пушка для ПВП топа. Если боешки падают, все от боешек отказывайтесь. Боешки идут на рыбу в гильдии. Что за... вчера брентроль за 100 тысяч продали? За сколько? За 100. Ваня сказал. Да, продают и покупают за 100 и плюс больше. Игорь, мы офигенно продаем, 40 тысяч это вообще, блядь, хуйня, копейки. Так, переполнено, пишет инста. Кому босс не нужен первый? Один, выйдите, уфолога пустите. Ну, напишите. Кому босс просто первый? Самый бесполезный, блядь, воевал. Ну, тому, кому не хватает мили-крита. Блядь. Все, он будет, Мишка же будет. Ничего не знаю. Вот то сер. Вот то сер. Так, я из рейда 2 часа поливаю, поражаю. Пойду. Ну скрин сделай это все. Сейчас сделаю скрин. Так, пустите уфолога, Винст. Пустите. Ну а то сервер просто в рейде. Ну кто здесь есть? Я знаю. Так, у своих, кто не, кому босс не нужен, один человек уступить должен, своих. В любом случае. Либо мне выбирать. Давай, Фокси, ты тогда просто лохнешься. Дальше пойдешь.
Так, F5 ты в дисе? Не в дисе. Киньте дис еще F5. А, Марфес, смотри, как у нас... Там. Смотри, как у нас работают замены. Те, кто пришел на замену, вообще всем, кто здесь пришел на замену, получают ЕП половину. Если вы не принимаете КД, если получаете, принимаете КД, то получаете пол ЕП. Оставшуюся половину ИП вы получите, когда придете во второй рейд. Также, если вы принимаете КД, вы сразу автоматически получаете фул ЕП, которые должны были получить за ИП. Также, если вы куда-то уходите, вы должны будете написать, я ухожу, типа, что не могу быть больше на замене. И вы получаете ровно столько ИП, сколько мы убили боссов за это время. Также, если позовем и ты не ответишь, там, в течение 5 минут, то отнимем все ИП. Если при этом еще не предупредил, все ИП, которое ты должен был получить, и получаешь. Если ушел и не предупредил, то еще минус дополнительно получишь. Вот и все. Теперь можешь ливать с гильдии. Почему жестко? Что тебе просто нужно сделать? Ты можешь идти быть на замене и идти заниматься своими делами. Если тебя позвали, ну это маловероятно, то ты должен прийти в течение 5 минут. Не приходишь и не предупредил. Получаешь минус. Все. Ты можешь просто очень уйти просто в другую группу и все, сказать, чтобы тебя зашли, допустим, грифнули, или поставить комп на звук, нахуй, и гулять по своей квартире. Это один из вариантов. Можете заниматься своими делами. Петя, я на одного босса в танке, блядь. Вот будешь в другом боссе, да. Ой, ладно, я к тебе перед леди приду к тебе. Так, ладно, не будем тратить время. Всех, наверное, кто хотел, пришел, делайте скрин. Можно кикать первую 5 пати, не будет. И можете идти заниматься своими делами. Друзья, если вы здесь останетесь. Говорю, если уходите, просто предупреждайте. Так, у меня еще нет СПДшных фласок, надо сейчас возьму. Войт, возьми тоже СПДшные, уфолог ДДшные возьми. СПДшные еще скибиди возьми, сацуны хики и ДДшные. Так, ДДшные, да? Да. Теперь можете кидать Войт и определенно за СПДшными фласками. Теперь первая пати относится к третьей, первая-третья пати убегает влево, четвертая, вторая вправо, по хилам скибиди воет влево, все остальные три хила вправо. Шипов выбиваем, ханты, когда шипы появляются, подбегаете к боссу ближе, шипы выбиваем. Скрин Андрюха сделал рейда? Да, сделал, всем привет. Все, так, на помощника туда, покикай всех, кроме Фокси. Фокси с нами дальше идет. Дайте столик. Следующий рейд в 5, если что, в воскресенье. Давай, столик, у меня мало регов. Мало регов. Пусть другой маг поставит. Потом куплю. Ставлю рыбу. И идем бить босса. Сука, кот, козел, блядь. Кот, козел. Кот, который увреденный, или который живой? Кот не козел, кот этот, дренейбер там, хуяри с кем. Кот, который мой кот. Скотина просто. Скинул все подряд. Так, будет танчить рунмейт сейчас мейн танком, уфолог и апокалипсис. Так, сейчас перекину апокалипсис. Ладно. Уфолог, апокалипсис стоят вместе. Так, Мейсон пришел. Сейчас прости, сказал. Это, Саш, стрел, вы выберите одного танка, ладно? Пиво быша, давай вместо Мейсона. Мейсон пойдет в мейн. Ты пойдешь в воскресенье. Потому что он раньше с гильдией был. Давай, скрин еще раз, Андрюха, и можешь ливать.
Да. Собственно, вырубает все на весь рейд. Ставьте шкаф. Стоит. Вчера собрал. Сомоните Мейсона. О, кстати, Уайт, знаешь, кого я в гильдию добрал? В эту гильдию или в ту? В нашу. Ну, в жомы, в смысле? Да, нет. Короче, гринхиллы. Зеронный добрал. Да, лол, ибо... А он будет играть, что ли? Да, будет. И он сейчас в рейде? Нет. Можешь поискать ДК на полшишечки. Что я? Это этот? Это... Да. Ты про него? Ну, Мейсон, принимай пати быстрее. Но тебя ждем. Мост переполнен, скорее всего, его не суммонит. Пиво быша. Не переполнен. Нет, не переполнен точно. Мейсон, ты тут? Там пишет, что летит. Все. И еще дайте F5, пожалуйста. Кто-нибудь роль в дисе. Все, Мейсон, дайте фласочку, сразу петь сам кинем в обмен. На комитете. Ребафните Мейсона. Полинор, джанг. Все, на пулу сейчас все отдаете в рунмейда. Паша бежит первый. Кто с пулей у босса? Долбоёб. Пока не бежит. Нет, мужу, подойдите, Герд, дайте. Не я его. Все, тихо. Тихо, блин, хил. Выбегите с лужи. Полинор, встанешь сам, когда под лужу. Служи будет. Ебахните Полинора. Может, и не апокал с пулей, разбежались, как назначены были. И еще один шип стоит какого-то хрена. Шипы сбивайте. Я его просто забрал, чтобы не убил вас половину. Да я видел, что ты его забрал. Не ты, походу, с пулей, кто-то другой. Не горите. Паша, нажми айсбаунд. Подбежали все под жопу. Только не разворачивай его в рейд. Паша, ты чё, блин, переверни к уфологу и... Тебя сложит. Прикапочки, мудро. Разбейте ханта сзади, РДшники. Хант, подбегай на шипы. РДДшники, почему никто не играет по шипу? Все, молодцы. Хант снова, блядь, стоит там. Ханта еще раз. Под шипы подбегаешь. Все. Разбили шипы, разбежались. Сейчас, когда начнет крутиться. Разбежались. Так, Кусяо и Иннер пострели, Маша... Давай по Готхелпу. Женя, как перестанет крутиться, нажмешь масса кро. Не горите. Ладно. Опа. Но Сакра не успел откатить. Ничего страшного.
Тут не критично. Дай прешку. Шипы. Хорошо. Скоро будет вихрь, приготовьтесь разбираться. Разбили шипы, разбирались. Андрей, как сможешь, уфолог зальешь и на расстреле. Дал свой. Минус. Дай ВР-ку сяло мне. Бьем быстрее. Напишите в ВЛС-ку, блин, блядь, когда. И потом отвечу. Войда здесь только прист. Спрашивают. Чё они там спрашивают? Ой, Тим, сколько у тебя здесь персонажей? Пока вода дал ответственного за добычу, скинешь. Дальше не стоим, побежали. Брентроль не выпала. Дальше идем. Скидывай лут. Сань, смотри, с какими тринями я бил. Из-за этого какими? Тупого пола, блядь. Щалинка, ну, блядь. Все, Фокси. Ой, Тоссер. Фокси в рейд, а Тоссер. Иди. Сука, долбоёбы, блядь. Пулеры ебаные, блядь. Так, не ругайся, во-первых. Во-вторых... А кто спулил-то? Ну, забрал. Я не знаю, что забрал. Забрался. А курица случайно спулил. Сама не спулила, прям такое ощущение, как будто курица побежала, или она не так делает. Ну я не. Того человека рядом не было, там либо я какой-то. Больщика в сторону. Паша, бери ячейку и уводи в сторону. К меликам не подходи. В сторону уведи его. Вот, вправо еще отводи. Вправо. Вот, молодец. Милики, идите бейте там на пол на уфолога, хант тоже играешь по черепу, на пулю ваш череп. Потом с другой стороны, Паш, так же делаешь. Поставите после, перед, после трэша, точнее, перед боссом поставите джифса, все починить, там, регу купите. Паш, иди с другой стороны так же, блин. Все, нормально, больше не уводи, хорошо. Забери его только. Не уводи, говорю, больше, он тут где стоит, тут его и бей. Главное, чтоб миликов рядом не было, и все. Что он шотает миликов, да. Блядь. Не успел забить его. Паша, вон, видишь, еще печеньку забери на себя. Да хилы все сдохли. Дружки, блядь. Блять, ну кто запулил, ёбана? Что вы делаете? Бегите, не лежите. Вас никто резать не будет. Танки там прожимайте, сейчас мы портанемся к вам. Ну,
Либо еще запулили, можно застанить его. Ревнителя заберите с рейда, он кливает. Я пытался успеть его вытащить, но в момент гриппа как раз пернул. Череп добейте. Потом печеньку, РДшники. Милик, идите играйте там, где медведь бьет. РДшники, играйте череп печенька. Ну за что нахуй? На судьбы не убежишь. Под лицо не роги, вы можете дизармы закидывать и вары по большим. Но я никогда не буду шотать. Фокси, кинешь за фласочкой хики перед боссом. Я почти все 20 фласок раздал. Каст сбейте, а посмотри. Трогли, перетаунч, вы что вы творите, блядь? Сумасшедшие ДКшники, да? Вот мобы нас заэвейдили, нахуя сейчас? Не, у нас гильдии фаски просто выдают, если что. На 25-ки. Так, пока бьем трэш. Первая пати бьет слева, вторая справа, третья слева, четвертая справа. Румейт танчит слева, уфолог справа. Женек, тебе придется гриппать моба. Не тупи. Блин, Сань, повтори еще раз, пожалуйста. Я услышал, но я что-то забыл опять. Потом квест сегодня на лицо. На кровь. Не знаю. Типа 10 раз одно и то же рассказывать. Первая пати слева. Первая, третья пати слева, четвертая, вторая справа. Надо орешки просто покушать. Грецкие, да? Да. Штаны потом зайдешь. За штанами купить. Штаны шиф мы на вальку еще долго. Долго до вальки. Так. Все, ставлю рыбу, заходите, джанг. Тоже забегай. Ешьте рыбу. Фу ребаф. Джипс, ребят. Ты сказал. Стоп АОЕ, стопнули АОЕ. Джанг, что тут с тобой такое? Все нормально у тебя или нет? Не меняю. 10 раз перезаход. Да, ты слева танчишь. Давай, джанг, быстрее. Мистер Бонд, можешь на боссе тут посидеть. Ну шо там джанг у тебя? Заходишь, да нет, мы только тебя, блин, ждем, получается. Короче, F5 тут. Если тут плюсуй и плюс один пойдешь в джанг.
будешь фул, не по этой же причине. Плюс один пиши вылазь. F5. Сейчас, Монти, F5. Дайте ему фласку. Готовность. With help F5. Да, тут стоит. Тут что-то не выскочило у меня. Все, полетели тогда. Ну. Может кто-то припоты пьет. Учитесь пинпулить по таймингу. Мобы по мобам сыграли. Один в рейд побежал Паша. Убери. Два в рейд пошло. Разбежали с лужи. Скоро будет контроль через 6 секунд. Уже все стопнули ОЕ. Без ОЕ играете. Скипите, законтрольте. Да он для себя дал пофиг. РДшники, наберите немножко раньше, слишком много в центре. Вправо, влево чуть-чуть, чтобы на всех лужи не закинул. Сразу. Выбежали. Помощники через 8 секунд и сразу же контроль. Как только помощники вышли, без АУЕ начинаете играть. Все, идите, ловите помощников в танке. Без АУЕ. Приготовьтесь контролить. Не убейте миликов. На Йоми законтрольте. Фолога прохильте, алё, блядь. Как можно танка проебать? Вспомните, как обратно. Ребафните танк. Можно это контроль через попросить, ребята. Через 8. Спускайте. 8 секунд без ОИ. Ступенек спускайте мобов поближе, под, ну, чтобы не бегать хилам туда-сюда к танкам. Пожалуйста, поближе к центру. Год хелпа законтрольте. Ловлю. Мобы приготовились, скоро выйдут. Моб босса не переведите в начале мобов. Мобы выбежали, служи, Паша, нажми айсбаунд. Помогли добить мобов справа, потом перевели босса. Паша, иди ловить босса. Первый, вводи в центр. Духов не ловите. Контроль через 7 секунд, без АОЕшек играем. Духов тоже стараемся не ловить. Все, без АОЕ играем, сейчас контроль будет, приготовьтесь. FDK, законтрольте, не убейте его, отведите сразу босса от FDK. И служи выбегите. Еру дайте. В духе появились, два в РДД идут. Стрелю и второй за магом, по-моему, бежит. Дух один в РДД на Марсеза. Второй за мной бежит. Хорошо. Вот, если есть поездку, закинь. Дух один в мили идет. Выбежали. Молодцы, убежали. Второй бежит на паладина, по-моему. Без АУЕ. Два в мили, он уже контроль тебе, Кусяло, за контроль он. Давай, Дикей, духа далеко, свою. Бегу. Вот. Дух один бежит на кого-то кастера, Кусяло, вроде ты, нет, не ты. Два духа, один в мили побежит, второй не знаю куда. В Акате свое. Учитесь убегать. Один в РДД зону бежит, другой в мили. Милики убегайте, а, не, 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 не.
Так, один в РДД идет, второй в РДД тоже. За контроль лихая, не убейте, без АУЕ, без АУЕ. Ясно. Мили дух. Два в мили, не один в меня. Все, все побежали чистить там трэш на втором этаже, он багает сейчас. Ваша смерть. Выпал осколок? Да. Да. Отлично. Два осколка, заебись. Сам в ахуе. Короче, меня раздолбок кусял своим звездопадом. Не успел его скопнуть просто. Пока еще не даем минуса в хэме, будет минуса за это. Так, Джанг, ты, кстати, на первом боссе был, тоже можешь поепошить этот пояс. Епошим пояс. 10 ставлю. 1500. На бой. 2500. 5к. Ну, давай 5500. Шесть к ему бой. Сколько у меня там ЕП, блин? Давай 6500. Не, ну я готов 6500 за него отдать. Чё душа, не души, не души. 7к. Ладно, забирай. Так легко я выбрал. 7-2. Ну блин, просто пояс альтернатив по факту нет. Надо по-любому тоже. У него больше ИП. МБОЮ снимите, пожалуйста. Минус 7К. Дальше. Кинжальчик. По мейну. Мейну. Там бой, по-моему. Смотрите. Надо весь трэш уже убивать, да. Давайте тут. Да, так я же сказал, убейте трэш вот этот сзади, ребят. Идите назад, какой-то убейте, а то он багается постоянно. Короче, на мейн-офф застывший костяной шип никому не надо. Раз, два. Никому не надо. Кусяло 10. Раз. Ну, 10. Потащу чисто. 10, 2, 10, 3. Кинешь мне. Угу. Немобой тоже кинешь. Дальше. Танковские штаны. Паша, надо? 10 раз, 10, 2, 10, 3. Кинешь обмен. Единственный танк. Так, потом. Не очень хороший лук, но на первое время сойдет. 10 ИП. Надо XL. Значит, кому-то другому надо это говно. Рога, вар. Это распыл. Тогда на распыл, да. Кусяло кинешь обмен, Паша тоже киньте обмен. Все берите живпаки, Паша, рунмейт, перетишь на тот корабль. Перетишь на тот корабль. По правой стороне летишь, и твоя задача одного моба забрать, Мурадина. Это самый такой большой моб. И держать его. Готовность. Я сейчас рыбу поставлю еще. Держите рыбу. Да сумайте женька поставьте-ка. Угу. Иди рыбу кушай, кто... Паша, и будешь там оставаться, туда летит Good Help, летит туда Void, и летит... Летит Скиби, Дистрель, он остается на этом корабле, Маша еще закидывает хопки на этого, на рунмейда. Паша прожимки на потом оставляет. Меня на этом корабле остался, как трэш ломать. Да, хай давай, хай Мейсон, оставайте на этом корабле, чем давайте трэш. Софолога.
Остальное лучше сейчас добьем, разлепашим, пока срок будет запускаться. Дайте ребаф по Икселону. Ну, Сацуны, Ону, чего не хватает вам? Встань. Всем без Сацуны запускаемся, что ли. Пока летим, можно еще две шмотки разъепашить, кому надо. На плечи, может быть, кому-то нужны. Мейнов. 10 ТП. 10 раз, 10, 2, 10, 3. Никому не надо. Кусяло кинь обмен за кинжалом. И... Грудак. Тоже никому не нужен. Окей. Паша, еще раз напоминаю, по правой стороне летишь. Саша, вы запустили уже? Меня из игры выкинул. Блять. Андрей, полетишь ты. На нашем корабле половит. Останется еще в Акате. Половит апокалипсис. По Фростойке. Да я тут половил. Ну давай ты тоже. Только я вот не знаю, ты... Как ты... Есть так духа народу? Как ты вернешься потом? Так же спрыгнешь, да? Что вернешься? Да я уфологу. Он вам стоит на фу. Убивайте сразу мобов на нашем корабле. Апокалипсис... ну давай, Вакати тогда останься тоже на том корабле. Мейсон, Вакати, хай, думаю, вас хватит. Да, у нас выйдет. Да, нормально. Лучше перестраховаться. Под лицо напоминаю, не заходите к Мурадину, он кливает. Бьет сразу. Саш, стрель, кто там танчит мобов на корабле на нашем? На него кинь орехи. Хай танчит, на его закинь. Как хай, если... А, ты уже, это, на фул стоял, Андрей? Да Андрей просто стоит, его еще меньше пробивает, чем ДКшник. Физ... Медведь там защиты просто овер дохера. Я без джипа, ты в ДД-шмоте. А, ты в ДД-шмоте? Ну, тогда надо сильнее хилить. Ну да, тогда Godhelp тупо сиди на Godhelp, на уфологе, закинь кусяло по Godhelp уже и на... Зачем? Ну, у меня фуловый. У него из ДД шмота, наверное, не только третий, да, Андрю? 70% у тебя маны, а не фуловый. А, да. Интересно, ты считаешь там по шмотке. Ну, самое главное, у меня нету джипада все-таки. Он быстро стакан играет. Женя, дай ему Godhelp. Соло сокру. Уфологу. Попросишь зубы, когда ничего не будет там. Себя хиль только. Себя хиль, Женя. Через себя. А на нем держи частицу. Дальше массакру нажмешь. Уже можешь нажать. Потом Андрей сейчас сам прожмется и в конце зубы получит внимание. Давай зубы. Как ты смеешь вступать на мой корабль, дружинники? Огонь! Убейте оружейника, который возле Мурадина РДДшники. Два там стоит. Разряжайтесь, потому что уже этот... Выйди скоро заморозка. Ну, разряжайте прям все. Хорошо.
Сундук не открываете. Линкуй. Сейчас подлетит корабль, тогда откройте. Паша, заходи, может тебе лут тоже засчитается. Кусяо, кинем мен за кинжалом. Сяо, не чари, короче, кинжал. Если что-то лучше упадет, ты заберешь, я заберу у тебя кинжал. Все, открывать? Да, хорошо, но я просто на другом корабле. А, подожди, 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 это, если не открыл, поставь шкаф, может засчитает ему все-таки. Ну, это вряд ли, но... Ну, типа, я во время боя зашел и просидел на этом корабле. Ну, давай посмотрим, что тыкни, примется. Может, засчитает. Все, ты танчи первый, Андрей тебе будет говорить, когда забираешь. Да, засчитал. Ну, все, отлично. Воды скидали. Потом разъебашим шмот. О. Рыбу поставил для тех, кто падал, если там кто падал. Кушайте рыбу. Готовность на пол. А подожди, в миле стоять можно здесь, нет? Да. Да. Может 4 хила. Может, шипешник. Ну, прыгни, Женя, можно. Можно в 4. Можно войда в шипешника, да. Ну а. Хотя ДЦшник здесь. Сильно затащит. Да они захилят, там 4 метки будет и все. Давай быстрее тогда прыгаем. Там можете запускать. Так. Эмобой, так не делается. Смотри, ты уже забрал за какое-то количество ИП. Я бы тогда, получается, может, за 1000 забрал. А что, он пост по четверну? Ну да. Хочет тогда подарить кому-то, пускай подарит. Пускай подарит кому-нибудь за свои и Не, он ему нужен по-любому, но есть шмотки, шмотки получше, я думаю, которые ему нужны. Нет, это просто шмотки почти никем не нужны. Пускай жадность человека сработала. Не, ну тебе-то все равно, а другим людям. Не, не все равно. Забрал, так забрал, все. Все судились. Да. Я так считаю. Поэтому думайте заранее. Так это нормально, это надо топовый пояс. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через. Сейчас добьем Саурфанга, дальше решим. Но это неправильно уже. Я думаю, все это подтвердят. Нечего решать. Собрал, забрал. Ну, все, Санек. Никаких поблажек, ты что? Мягкость не поощряется. Припод ты нажмите. Войд после Герн ПС-ку сразу закинул. Давай. А, понял. Забираю. ПС-ки же нет, да? Ну да, в ШП нет. Ну я понял, все нормально. Я потом вспомнил, что ты ШП-ш хотел закинуть. Кинул агро, Андрей. Женька, скибиди, можешь мне крит закидывать, если хочешь. Я по калю все закидываю. Короче, кто есть рекламный первый, там и закидываю, так буду. Давай мне, я первый сейчас. Сейчас от этого отрегенится. Он меня сейчас догонит, если не закинешь. Ну вот, закинул, ебаш.
Я Женьку закинул, я в детей, апокалипс уже закидал. Так, у Сяо Инер по скибиди. Андрей, как сможешь? По стреле. У меня нет, тут сальву закиньте, помогу. Ну, еще одну. Есть еще сальва? Или мне придется стопать урон? Ебаш, трэш ебаш. Ну какой трэш, дай подамажить. Ну чё, танки, доберете, трэш снят. Срывай на похуй, бастером таутится. У нас один воин. Твой. Да, трэш, видимо, вообще никто не бьет, столько меток уже накидал. Все пескометрами меряются. Ну. А никто не может догнать мага. Ну, Дикей, что там с золом твоим? Ой, нажми масс окружения, быстрее, good help. Блять, минус один уже. Отхилился. Вставай, 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 сейчас, сейчас добежишь сам, Артес, там, сейчас открой, добежишь. Я занимал дотки, проебал три раза подряд, нахуй. Я вообще полбой случайно прослакал, блять, вся хуйня нападает. Пробегайте, ребят, давайте, пожалуйста. Боишь. Пошлите. Боешка? Ага. Значит, пойдет на продажу. Полетели дальше на... Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни был... Они открыли еще. Всем привет. Привет. Так. И пошли дальше шмотки. Шея. Ой. Скибиди 10. 10 оф. Скиб F5, ты по мейну? Уже. Тогда 10 мейн F5. Раз, два. Кинешь обмен. Дальше. Пояс этот говнячий кому-нибудь надо за 10. На кого-нибудь калечного копала. Шингл хелп, и тебе говорят. Нет, я понимаю, я калечный, у меня лучше. Я бы вот стрэша взял. Стрэша. Дальше руки. Там в сумочке может упасть тоже этот пояс. Полинар, пиши 10 оф. Ты же мейн LM, поэтому 10 оф. Чтобы было понятно. Окей, 10 раз, Полинор, 10, 2, 10, 3, кинешь тоже обмен. Дальше, токены. 10 стреля по мейну. Ты. Окей, 10 мейн, раз, 10, Мейсон дальше 100 идет. Нет. Я другой. Саш, ты в раз отдал токен специально, тебе он был не нужен по мейну. Да, вот этот, кстати, момент тоже такой. Вы сейчас обратились, не понимаю, вы сейчас ролик на офф или на мейн? И не надо там никого сейчас обманывать. Ролик на офф, Саш, на офф. Перед 10 буду собирать. Я предлагаю поэтому и ролить это все на офф всегда, чтобы не было таких вопросов. Ну, они нафиг никому посмотрели. Нет. Нужны. Еще нужны. Не, ну, в прошлый Вальку. Раз он отдал, сейчас мы опять Вальку. Вальку загрелись, блядь, нахуй. Вы что, ну, ёбнулись или что? Вы в рейд пришли хуйню страдать, нахуй. Женёк. Диз.
Иди забери кто-нибудь Вальку. Убейте Вальку. Короче, Мейсон 10 тогда раз, Мейсон 10 2, Мейсон 10 3, кинешь обмен только. Второй токен тоже самое, такой же. Тоже 10 раз, 10 2, 10 3. Вот два одинаковых токена упало? Да. Войт, у тебя, кстати, этот будет шнурки забирать. Осколки? Осколки. Ага. Полинор, кинь обмен за перчатками. И там кто-то сролил F5 за шею. Снимайте, пожалуйста. Минус 20 Мейсону. Минус 10 F5 и минус 10 Полинор. Выпали? А, понял, Джанг. Не пешим сапоги тогда. Вот эти. Джанг 10 раз. 10, 2. Сапоги с тухлопуза и пешим, алё. Там что-нибудь не нужны больше. 10 раз джанг, 10, 2. 10 тысяч в смысле? Нет, 10 просто. Не-не, за 10 просто их никто не заберет. Можно даже заберёт, не заберет, заберет, если... Если нет, если отдадут. Ну, короче, МБ 11 тысяч поставил. 5 тысяч начальная ставка. В смысле, в 5 тысяч начальная ставка? Одинаково всё работает. А, ну я же за что говорю, потом сейчас, а потом возвращать будут опять. Просто зарядите себе правила. Зарядите себе правила. Если вы ставите тысячи, то хотя бы кап подписывать. А то 10-10, что за 10? Вы просто... Нет, вот там 11 тысяч уже поставили. Ну, он посмотрел 10, он поставил 11 минуты сейчас дома. Только один кап написал, а другой не написал, поэтому этот один скап поставил. Ой, ты просто не запутывай, это твоя сейчас вина была, это первый у меня, ну поставил 10, и не надо тут пиздеть, значит, заберет, если никто больше не поставил, заберет он их за 10, и все. Так, это а раз. Там поставили, там короче. Поставили 11 сразу. Так ты он думал, что он поставил, 10 косарей поставил. Что ты начал выеживаться, во-первых, короче, 10 джанг, раз, 10, 2, 1000 эмобой, ставить больше кто-нибудь, 2к, 3к. Вторую собаку сроли. Да вы гоните, блять, или что? Вы заебали уже, честно слово. Сейчас минус будете удать. Кто сролил собаку? Кто сролил Вальку? Давай минус ему. Сролил. Сролил. По поводу второй собаки. Первая собака, где стоит? А где должна? Вот все. То есть позиционирование собаки хуево. Ебали, блять, просто, честное слово. Погрел собаку кто? На румейде была собака. Ну, танчится собака, он не знал, где, наверное, не танчил. Ну, он поставил где-то там. Ну, беты могли убежать туда. Я не знаю. Полдал. Наверное, точно не уверен, но, наверное, я. А там кто угодно мог жопой согреть, она достаточно глубоко доходит. Там даже до румейда она может дотянуться. Поэтому эту хуйню я, наверное, думаю, не стоит просто. Не надо там станчить собаку. Давайте поипешим шмот после трэша, после собак хотя бы, чтобы не было таких вайпов. А то неразбериха, полрейда ипешит шмот, агрит собаку. Давайте убьем собак, потом поипешим. Или сначала поипешим, а потом убьем как-нибудь. Да уже разъепешили. Ну, я согласен, что типа не надо. Я не могу ипешить, когда хилю. Я не могу и пешить одновременно, и да, хилить. Там во время боя смотреть на шмотку тоже как бы неприятно. Так что я не знаю, что вы там епешили, мы вайпнули сейчас, я хилил. Короче, смотри, я снял только Мейсон 10, это раз. Два, типа, кому еще надо снять? Три, еще кто, бля, захулил собаку с
ну, завайпнул рейд, нахуй, типа. Я смотрю на собаку Стерфола. Покусял. Минус 10 еще раз Мейсону, минус 10 по Линору и минус 10 F5. Да, это ладно. Дексиона, я запомнил, что ты в этом в рейде пока что кикнулся. Чтоб тебе и по не давалось половина это получше. Если не понадобишься. Если понадобишься. Так, все, полетели одну собаку.